10 января 4 молодые семьи Одинцовского округа получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Это стало возможным благодаря нескольким госпрограммам, в частности, программы Московской области «Жилище». Напомним, что их участником может быть молодая семья, возраст которой не превышает 35 лет, имеющая детей, или неполная молодая семья. Все члены семьи должны проживать в Московской области. Средства можно направить на приобретение квартиры или дома, погашение ипотеки, а также вложить в долевое строительство.